Итак, по поводу ручки для EDC. В общем, развалилась силмишная ручка. Конечно, можно сейчас заклеить, попытаться это все дело. Но даже не знаю, почему она так именно разлетелась. Ну, больше 2 лет проработала. И, ну и надо искать что-то, так сказать, на замену. Уберем это пока. Есть вот такая ручка. Она немного короче, тоньше, легче. Вот. Она также пишет неплохо. Вот. Хотя эта черная пишет намного лучше, мягче. За счет своих швейцарских чернил. Но на просторах Алиэкспресса попалась мне вот такая вот ручка. Пишет еще мягче, тоньше. Да, понятно, что это не панацея, что это за такие деньги, которые она стоит, это вообще фигня. Но тем не менее, разбирается следующим образом. Ну, то есть вот так. Чем-то смахивает на какую-то одноразку. Понятия не имею, как менять стержень. Может быть, там просто надо этот вытащить. Но писать, да, в целом нормально пишется. Что еще можно сказать по размерам? В сложном состоянии 10 сантиметров. Ну и в разложенном 10,5. Стержень вроде неплохой, не знаю, насколько ее хватит, но место занимает меньше.